А вот долгожданного решения об установке малых архитектурных форм на улицах города одесситы так и не дождались. Несмотря на то, что на повестку дня изначально вынесли целых два проекта решения, на голосование в итоге не попал ни один. Борьба с будками в буквальном смысле расколола городской совет на несколько противоборствующих лагерей. По версии независимых наблюдателей, мафы стали популярным бизнесом среди депутатов. Борьба с ними настолько задела власть имущих за живое, что на повестку дня попытались вынести сразу два проекта решения, регулирующие установку будок. Крест на всех этих метаниях поставил Костусев. Я вношу следующее предложение. Сегодня снять с рассмотрения вопрос 3.11 и 3.11.1, с тем, чтобы найти консенсус. Под жидкие аплодисменты зала Одессу ввергли обратно в будочный хаос, который вот-вот должен был закончиться. Правил установки мафов нет, а значит, они продолжат заполнять улицы. Впрочем, нашлись и те, кто активно выступил против такого поворота событий. Несмотря на то, что Костусев выключил недовольные микрофоны, депутаты смогли взять слово позже. Если вы думаете, что вы мне закроете рот, вы глубоко ошибаетесь. Я требую увольнения Прейгер Натальи, которая стоит во главе этого хаоса с будками в нашем городе, человек, который подчиняется косвенно или напрямую вам, и вы сегодня говорите о том, что вы хотите навести порядок с будками, увольте тех, кто стоит во главе этого хаоса. Прейгер Наталью и ее подчиненных, которые стоят вокруг всех этих коррупционных тем. Тогда вы начнете решать вопрос с будками, тогда мы перестанем обращать на эту тему так внимание, и вы наведете порядок, и вам не надо будет кувалдой махать на вокзалах. Недовольные подобным раскладом нашлись и в стройных рядах регионалов. Правил никаких нет. На сегодняшний день кто хочет, может ставить все, что он хочет, где он хочет. На сегодняшний день ситуация именно такая. Нет ни органа, который может заниматься демонтажом этих сооружений, нет органов, которые выдают разрешение на эти сооружения, нет органа, который может следить за тем, где они установлены. Депутат областного совета Михаил Шемушкович, в свою очередь, высказал мнение, что нежелание Костусева принимать решения по будкам продиктовано исключительно финансовыми интересами мэра. Городской глава лоббирует установку мафов, то, что город, во что город превратился, по нем это все видят, несмотря на все вот эти крики, что город не достался в виде помойки, помойку превращает город именно наш городской глава, и тысячи мафов, которые появились, это как бы тому подтверждение. На этом околобудочная драма не закончилась. Уже под конец сессии раскритиковавший мэр и начальницу управления торговли Наталью Прейгер Александр Шеремет вновь потребовал уволить чиновницу. Впрочем, та в долгу не осталась. Что касается Александра Геннадьевича Шеремета, позвольте, уважаемые присутствующие, ввести вас в историю вопроса. В свое время Александр Геннадьевич обратился в Управление развития потребительского рынка с просьбой оказать ему содействие в установке 30 мафов. И было отказано управлением не мной, поверьте, не мной. Наверное, из-за этого такая вендетта. Я просто попала на перекрестный огонь. Отчаянный выпад чиновницы Костусев решил использовать в свою пользу и разом откреститься от всех связей с будочным бизнесом. Вот скажите всем, все убедились в вашей смелости, у меня есть хоть одна будка? Категорически нет, Александр. Я обращался с просьбой поставить будку, защитить, не сносить. Говорите правду. Алексей Алексеевич. Да. Я вам уже говорила, когда мы с вами сносили эту будку на железнодорожном вокзале, что, наверное, ни один из здесь присутствующих в зале и многих других структур города не может похвастаться тем, вот как вы, Алексей Алексеевич. Что именно имела в виду Наталья Прейгер, мы не знаем, так как мэр ее прервал. Но похоже, что в пылу дискуссии начальница одиозного управления невольно признала, что большинство в сессионном зале так или иначе связано с будочным бизнесом. Константин Гак, Вячеслав Лаштаба, телекомпания. Компания «Круг».